Вместе с остальным Абаканом к новогодним праздникам готовятся и любители горнолыжного спорта. На горе Самохвал уже приступили к формированию трассы. Снега тут не очень много, но вон там внизу работают снеговые машины, так называемые пушки. Вот туда мы сейчас и отправимся. Как пояснили ребята, которые делают снег, трасса для горнолыжников будет готова не раньше, чем через месяц. А вот покататься на плюшках можно будет уже перед Новым годом, через 2-3 недели.